Чувашские школьники будут отдыхать не 3 недели, а только 1. Весенние каникулы продлятся столько, сколько им положено, после чего начнется новая четверть. Обучение будет проходить в дистанционной форме, сообщают в Министерстве образования Чувашии. На удаленном обучении школьники будут до 12 апреля. При этом ученики младших классов после каникул все же смогут ходить в школу. Решения будут принимать родители и образовательные учреждения.